Так, ну что, начинаем. Ставим на запись. И будем стартовать. Итак, еще раз всем привет. Сегодня мы... Привет, одна от твоих. Мы будем сегодня проводить очень важный вебинар, очень важную встречу, поэтому я призываю вас включаться со старту, потому что от того, как мы сегодня с вами поработаем, будет зависеть то, в каких статусах мы закончим наш с вами год прекрасный и как мы будем двигаться дальше. Информация очень важная и серьезная, ее будет много, поэтому мы с вами постараемся включаться сразу и активно работать. Итак, представляюсь, меня зовут Юлия Меншин, я вице-директор компании BIC в открытом статусе вице-директор. И сегодня моим ассистентом будет Елена Коваленко, наша звезда, которая будет отвечать за красоту и за визуальное сопровождение нашей с вами встречи. Да, всем привет. Ребята, давайте начинать. Итак, сегодня мы с вами поговорим о серьезной теме, называется она акция BIC. И мы будем разбираться, как этот инструмент влияет на ваше продвижение, на ваш рост, развитие в рамках нашего прекрасного экопроекта. Значит, первым делом я хочу вас спросить, вступить с вами в диалог. Расскажите мне, пожалуйста, для чего, как вы думаете, тут, конечно, ответы уже некоторые приведены. Давайте вы мне напишите, важны ли акции в вашем понимании, насколько вы их используете от 1 до 10 по 10-бальной шкале, и как вы считаете, важен ли это инструмент и насколько он важный. Давайте сделаем интерактив, я посмотрю, кто меня слушает, вне зависимости от того, кто у нас подключился, и мы с вами посмотрим, как вы эту тему видите. Десяточки пошли. Это значит, что вы считаете, что они важны, или то, что вы считаете, или что вы их используете? Конечно. Важно. Девочки, я хочу вам сказать из личного опыта, знать и применять это очень разные вещи. Потому что для меня изначально, я тоже понимала, что это важно, я тоже понимала, что это очень серьезный инструмент, но со старту не всегда понимала, как это применять, как это использовать и почему акционные программы являются очень крутым, серьезным инструментом для каждого из вас, для всей вашей команды. Сегодня мы об этом поговорим. И давайте вот основные три момента мы выделили, я по ним пройдусь. Значит, наши акционные программы позволяют очень круто и стремительно привлекать новых покупателей и дистрибьюторов. Потому что когда человек приходит в компанию, и вы грамотно рассказываете ему о том, какие его ждут сюрпризы, бонусы, подарки, то если у него есть какие-то сомнения, конечно, они развеиваются, потому что он понимает, что помимо бесплатной регистрации, он получает огромное количество бонусов, подарков. Вы, зная и применяя все акции, можете значительно в разы увеличить объемы своих продаж. Это уже проверено на практике, это работает, надо только не лениться, изучать, применять и увидеть своими глазами, как вы увеличиваете свои продажи. И очень крутой инструмент в этом смысле – это привлечение внимания уже тех, кто немножечко остыл по каким-то причинам, и вступление в контакт с теми людьми, которые немножечко утратили с вами связь. Вот зная все акции, отслеживая их и все время будучи начеку, вы можете увидеть, как вы можете вернуть контакт с теми людьми, которые по каким-то причинам выпали из там фокуса вашего внимания, и снова вступить с ними в связь, и вернуть их в вашу команду, сделать работающим, активным человеком в вашей команде. Это основные моменты, которые показывают важность знания акций, применения этих акций и продвижения. Сейчас мы с вами... Я вам расскажу о той брошюрке, которую очень многие упускают немножечко из вида, в том числе и я. И вы должны обратить на это внимание. Это отдельная специальная компания сделала для удобства использования брошюрку по акциям, бонусным программам. Вы можете заказать ее в личном кабинете, купить в разделе бизнес-информации, вы можете в бюро в ближайшем
эту брошюрку купить. Это должна быть такая настольная книга, девочки, потому что изучив ее и все время отслеживая, какие появляются новости, вы можете очень круто менять и расти, и использовать всю эту информацию для того, чтобы продвигаться интенсивно. Значит, она действует, та, которая сейчас, брошюрка, она действует до конца года. С Нового года у нас будут новые акции с 2018-го. Это обязательно нужно отслеживать, обязательно нужно держать в фокусе внимания, потому что очень обидно, если вы, пропустив какую-то информацию, теряете подарки, теряете люди, которые в силу того, что вы не отслеживаете, это ваша команда тоже может потерять какую-то информацию. Потом, конечно же, спонсор, как всегда, виноват, поэтому, пожалуйста, или закажите ее себе, или сделайте так, чтобы она всегда у вас была под рукой. Зависает у девочек. Девочки, у Лены только зависает. Или у всех. Давайте напишите, что видно нас, слышно. Лена улыбнется, я помашу. Лен, может, тебе надо немножечко обновить эту всю историю. Вот у Кристины все хорошо. Итак, будем интенсивно с вами, все хорошо у девочек, двигаться. Еще раз подчеркну, обязательно, кто не знает про эту брошюру, она есть, она очень, она в открытом доступе, используйте в работе и не теряйте из виду важность этой книжечки. Она небольшая, но очень-очень важная. Кроме этого, в личном кабинете, в разделе акции, вы можете все действующие акции постоянно отслеживать. Помимо того, что когда вы заходите в личный кабинет, у вас всегда основные акции, они на экранчике видны, всегда вы можете посмотреть. Кроме этого, есть отдельная вкладка по всем существующим акциям. Всю информацию вы можете не только сами отслеживать, но и в чаты своим командам сбрасывать и все время напоминать, чтобы ни у кого не оставалось на эту тему вопросов. Итак, по тому, где мы можем эту информацию с вами получить в доступе, мы с вами разобрались. А теперь давайте обратимся к немножечко конкретным, пошаговым моментам. Итак, девочки, я хочу, знаете, что вам сказать, что все акционные программы, они разрабатываются очень серьезными, грамотными, думающими людьми. Поэтому каждая акция, каждый этап, каждый шаг, прежде чем его внедрить, огромное количество людей с огромным опытом продаж, с огромным опытом маркетинговых каких-то продвижений делают это очень, с очень серьезным намерением. Поэтому, пожалуйста, все акции от начала до конца, они сделаны для вашего собственного удобства, комфорта. И они позволяют новичку пройти весь путь на этих акциях от самого-самого старта, от сомнений в подключении до уже серьезного уровня лидерства. Поэтому каждая акция, начиная от самых таких вот стартовых до уже лидерских, они все очень продуманные, работающие. И, пожалуйста, не пропускайте ни одну из них, потому что вы тем самым пропускаете важные шаги, и человек может в силу этого выпасть из определенных каких-то систем. Итак, давайте начнем с первого нашего, с нашей такой стартовой прекрасной акции, которая находится у нас на последней странице каталога. Это тот крутой, крутейший подарок, который получает каждый новичок, который регистрируется. И сейчас наша Лена покажет, что это за подарок. Мы хотим с вами вам прям показать, как он выглядит. Во-первых, обратите внимание на дизайн, очень крутой дизайн. И сам парфюм, он очень действительно, ну, очень приятный, и вот это стал выбором очень многих девчонок, которые знакомятся с нашей продукцией. Название у нас Эспериде, ну все по-разному называют, кто-то букву Х говорит, кто-то не говорит, но мы же раз с вами французской косметикой занимаемся, поэтому первую букву мы правильно не говорим, поэтому мы с вами называем его Эспериде. Если бы была возможность вам дать понюхать его, с удовольствием мы бы сделали это, но поверьте, что это очень крутой аромат, он очень приятный, и когда вы говорите вашему сомневающемуся, пожалуй, или, возможно, сомневающемуся партнеру, там, регистрироваться, не регистрироваться, обязательно указывайте на то, что при размещении заказа в следующем месяце он получает такую туалетную водичку в
подарок совершенно бесплатно. Там, по-моему, 1 рубль идет или что-то такое. То есть совсем там какие-то символические, какие-то копеечки. Это очень круто может простимулировать человека, который, помимо других акций, которые в каталоге так указаны, тут есть вот пример других скидок, вас всевозможных акционных товаров и все прочего. Вот это для женщины, ну, слушайте, ну, просто подарок настоящий. Кроме этого, вы можете решить вопросы с подарками на Новый год, который у нас с вами близится. И, ну, во-первых, может быть, себя побаловать, а может быть и продать. И получить прямую прибыль и замотивировать тем самым своих партнеров. Очень крутая водичка. Кто не пробовал, попробуйте. Побалуйте себя. Настоящий подарок. Итак, девчонки, следующая наша с вами шикарная, на мой взгляд, акция. Я ее очень люблю. Называется она на комплимент от BSI. Лена побежала, хочет принести, как он выглядит, этот комплиментик. Но каждый месяц он разный. И это очень круто, потому что таким образом вы можете, во-первых, познакомиться с тем продуктом, который вы, возможно, себе по каким-то причинам не выбираете. Но благодаря комплиментику, вот он у Лены есть, это шикарный у нас гель для укладки волос. Действительно крутой, на самом деле, вот по тем отзывам, которые я слышала. Он, да, ну, про натуральность, девочки, вот Лена мне тут подсказывает, я даже об этом не говорю, потому что у нас все составы очень крутые, но он почти на 100%, на 98% натуральный. Поэтому если вы делаете укладку своему ребеночку, да, там, деткам своим, пахнет, слушайте, пахнет он действительно круто. Пахнет он супер, но запах это такой приятный бонус. Но если у вас детки маленькие, которым нужно там на праздник, на Новый год сделать прическу, вы можете смело его использовать, он очень крутой. Так вот, получая этот комплиментик, вы получаете его всего за 99 рублей, если делаете заказ от 75 баллов. Вот сегодня девочка у меня делала заказ первый раз свой. И вот она получила такой подарок, и он оказался ей очень кстати. Потому что она говорит, что у меня впереди куча праздников, куча всего. И таким образом вот у нее уже таких два бонуса. Она сделала всего на 100 баллов заказ, и она уже в следующем месяце получит водичку. А в этом месяце за 99 рублей всего лишь получит такой комплимент. Но при этом она же ведь могла его и поставить себе, и кому-то продать, возможно. Возможно, кому-то подарить. То есть, ну, это очень крутой, стимулирующий момент. Об этом обязательно нужно говорить. И причем каждый месяц этот комплимент меняется. И у меня полотенчики в качестве комплимента были уже в свое время. Шампунчик у меня был. Сейчас я не вспомню еще. Ну, в общем, куча приятностей всяких, которые меня очень радовали. Поэтому обязательно об этом говорите. Сами не забывайте, тем более, что даже, видите, комплимент у нас идет не от 100 баллов, а от 75, это очень круто. Поехали дальше, девчонки. Ну вот, моя любимая акция, выгодный дебют. Ребята, ну, я не знаю, в какой компании еще существует такое предложение. Меня, на самом деле, оно очень сильно в свое время прям вот такой повысила уровень моей лояльности, потому что когда каждый месяц я уносила пакеты с собой подарочные с тем количеством продукта, которое вообще у меня в голове не укладывалось, я, насколько я, в общем, где-то скептически отношусь к этим всем вещам, я понимаю, что все это где-то там маркетинговая какая-то история, но в данном случае это действительно очень серьезное, щедрое предложение компании. Выгодный дебют – это Лена приготовила первую, нам вам показать, первый наборчик, который получает вкратце суть для новичков, девочки, когда человек регистрируется, каждый месяц он делает заказ на 100 баллов. Длится эта акция у нас 6 месяцев подряд. И через каждый месяц человек получает набор подарков. Вот в первый месяц это скраб для ножек прекрасный, это кремчик для ног и это крем для рук. Конечно, составы этих подарков могут меняться, это скраб. Скраб шикарный, кстати, тоже, девочки, процент натуральности 99%. Это просто фантастика. Кстати, работает он очень круто. Мне он очень нравится. Уже я не знаю, сколько я уже там расходовала их. Девочки, вы вообще, что-то я заговорилась, напишите, кто вот вообще попробовал что-то из этого. Ну-ка давайте. Кто еще, кто вообще не в теме, а кто в теме? Вот это must have такой. Потому что это такие продукты, которые могут влюбить в себя, ну, со старта человека. Потому что все, кто у меня покупают и в арбузе крема, и особенно еще тут у нас где-то скраб для рук должен быть, но сейчас его
Сейчас я его не вижу. Сейчас, может, Лена принесет. Это тоже супер вообще штука. Настя, Настюша моя, все. Как тебе, Настя, скажи мне, скраб для ног? Шикарная штука, на мой взгляд. Я очень люблю. Мне нравится. Кремчик. Здесь ночной крем, он очень крутой. Мне очень нравится. Да вообще все, в принципе, линейка для рук, она очень... Это у нас... Вот это, девочки, просто подарок. У меня мама парикмахер, она когда первый раз использовала его, она, конечно, стала... Так, у нас даже презентация здесь. Вы понимаете, что происходит? Видите, как вот так? А что у нас тут с натуральностью? Тоже 90. Видите, какие ручки у нашей Лены? Очень клевая штука, на самом деле. Без парабенов, без силикона, все как мы любим, органик, причем эффект очень крутой. И девчонки, сейчас вот Лена прям на ней, слушай, ну хитрая, конечно, она сейчас процедуру себе сделает прям в прямом эфире, вы понимаете? Нет, я буду отвлекаться, поэтому она будет процедуру делать, а я буду рассказывать. Итак, первый месяц мы получаем, через первый месяц мы... Ася пишет презентацию из ее крема, да. Нет, не из твоего. Итак, девчонки, во второй месяц, мы сейчас пока Лена будет процедурку проводить, я вам расскажу. Во второй месяц вы получаете лосьон для тела, зубную пасту нашу божественную и гель для душа. Это тоже такой вообще, тут паста наша, это просто фантастика. Составы, цена, гель для душа тоже вот Лена тут показывает, шикарный. Тоже... И вот лосьончик. Это лосьон, да? У нас или скраб? Да, это лосьон. Но он очень круто работает вместе со скрабом для тела. Гели шикарные, Лена. Они просто, просто супер. У меня есть все. Есть у меня три фаворита, но я заставила всеми. Потому что по такой цене и с таким качеством можно просто баловать себя каждый раз такими штуками. Вот во второй месяц человек знакомится уже с другим немножечко, если в первый месяц еще не познакомился. О, Лена сейчас покажет, сколько у нее есть гелей для душа. Так, что тут у нас, что тут у нас? У нас тут... Вот это мой любимый. Девочки, кто любит вот этот вот? А ну-ка давайте, кто? Давайте, напишите мне. Это фантастика просто. Как бы вам дать понюхать, а, девчонки? Кто у нас тут? Девочки, а ну-ка скажите, кто новичок у нас? Вот этот я не очень люблю. Похоже на варенье, но есть прям супер фавориты. Кто у нас? Ага. Таня. Даша. Девчонки, пожалуйста, напишите мне, кто не пробовал. Вот моя Кристюша, которая у меня, она еще тоже не попробовала. У тебя все. То есть, посмотрите, он впитался, что ли, да? Или ты смыла уже? Ага, смыла. Вот такие ручки у Лены, посмотрите, ну, мягенькие, приятные, на ощупь. О, слушайте, вот это? Угу. А это? Да, слушайте, ну круто. Я вам, кстати, рекомендую, если у вас есть возможность, взять вот этот скраб и прям вот, ну, делать эту презентацию. Это Лена показывает ручку, которая у нас отработана. Да, показывать презентажку именно на скрабчике. Он очень клевый и эффект чувствует. Так вот, смотрите, сколько у нас девчонок еще новеньких. Аня, Даша, Кристина, девочки, это все для вас. Лисан у нас новичок. Девчонки, вот посмотрите, в следующем месяце, вот вы в этом месяце делаете заказ, и в следующем месяце вы получаете 3 позиции порядка на... подожди, но сейчас я говорю по дебюту. Не считая парфюма, не считая комплимента, вы получаете, давай покажем, чтобы было видно, вы получаете еще 3 позиции кремов. Если мы с вами сядем и сосчитаем, какую сумму, да, компания вам дарит, это порядка 1000 рублей. То есть, ну, это очень круто. Это такой... А, подождите, какой? У нас только парфюм с вами. Да, это около 2, я парфюм даже не сосчитала. Это вообще я что-то... маху дала. Порядка 2-2,5 тысяч рублей вы получаете возврат. Если учесть, что ваш ЛТО составляет 2700, то фактически компания вам возвращает все ваши денежки. Поэтому очень круто. Прям, слушайте, я сама даже вот, видите, знаете как? Я начала проводить, и я поняла, как это круто работает. Потому что вот опять же, ты когда что-то знаешь, Лена покажет еще раз, чем можно завалиться вообще всем этим прекрасной продукцией. Когда вы что-то знаете... И когда вы что-то применяете, это совершенно 2 разные истории. Поэтому для этого мы сейчас это все говорим, чтобы вы воочию убедились, увидели
и применяли. Дальше, второй месяц у нас, вот пасту мы показали. Паста это тоже такой, знаете, ребята, must have для вас, потому что она крутая. Попробовать обязательно. Причем, девчонки, смотрите, мало того, что попробовать, еще и привыкнуть к ней, потому что она органическая, она другая совсем и по своим пенящимся свойствам, и по тому, как она ощущается по результату. Паста шикарная, вот Лена пишет, мне очень нравится отбеливающая. Вот у Лены, смотрите, как выглядят. Вот отбеливающая пасточка, вот она, с лимончиком. Отбеливает фантастически. Вообще, я не ожидала. Вот мне когда Соколенко Марина, между прочим, Мариша наша Соколенко, меня на пасту не взяла. Она очень классная, пахнет очень суперски. И она разрешена деткам от 3 лет. Состав супер, видите, она прикольная, да. И вообще, по ощущениям, вот у меня были индийские чистящие порошки, очень похоже. Нет вот супер вот этого пены нереальной, которая вот там все вам застилает. И при этом она действительно очень, еще момент скажу, у кого проблемы с чувствительными зубками, чувствительными деснами, все это вопрос она решает. Единственное, что нужно немножечко к ней привыкнуть. Вот Юлечка пишет, что она не жжет слизистую, совершенно верно. Да. Но опять же, ребята, у некоторых, вот есть у меня девочки, которые говорят, я хочу, чтобы пенилась. Это такое возражение, которое вам нужно научиться, на него нужно научиться отвечать, потому что как раз-таки вот это вот огромное количество пены, жесткий ментоловый запах, который мы привыкли ощущать, все это про не очень, ну не будем говорить о других компаниях. В общем, ребята, паста крутая, пожалуйста, вот посмотрите, во второй месяц человек может с ней познакомиться, если вдруг по каким-то причинам он в первый месяц там не ознакомился. Плюс гель для душа и лосьон для тела. Что касается лосьона, он очень плотный, и его нужно немножечко. Все мы привыкли к химозной косметике и переходим на нее, ребята, с осторожностью, потому что мы привыкли взять огромное количество крема, вот его просто вмазывать в себя неистово. И как бы вот здесь совсем другая история. Здесь нужно его немножечко. Хорошо, если вы используете его со скрабом. Это очень круто, потому что ваша кожа подготавливается, и эффект очень крутой. Так, Наташа мне пишет. Я пропустила, чтобы был выгодный дебют, заказ сделать до 15-го. Вы можете делать, самое главное, чтобы вы сделали единоразово на 100 баллов этот заказ. То есть в течение месяца, то есть если вы сделали сначала на 10, на 20, вы из этой акции, к сожалению, эту акцию в течение месяца. Девочки, лучше делайте единоразово. Потому что если вы будете растягивать эту всю историю, то есть вероятность, что вы пропустите, вы забудете еще что-то. Пожалуйста, воспитывайте и себя, и свою команду, что желательно делать единоразово, но пусть лучше вы потом дозакажете еще что-нибудь, если еще что-то появится. Вообще, вот Лена мне, ну, опять же, я вот, как вот меня изначально настроили, так я вам и рассказываю. Да, вот мне девочки подсказывают, 100 баллов за месяц, в следующем получите. Но повторяется такая история все время, что вот заказы эти собираются, потом не успевает, еще что-то. Поэтому старайтесь ориентировать своих людей на то, чтобы сделать этот заказ сразу. Ну, это, во-первых, удобно, во-вторых, вы уже сразу понимаете, что к чему, потому что наша какая природа с вами человеческая? Мы до последнего оттягиваем, потом последний месяц, мы ничего не успеваем, и еще что-то. Поэтому 2700 с таким количеством кэшбэка, девочки, ну, блин, ну, это просто смешно. Поэтому, да, конечно, вы можете в течение месяца его собирать, но я вам рекомендую так делать, потому что вообще наша цель не 100 баллов. Сейчас мы об этом поговорим. Наша цель – это гораздо больше, потому что, ну, изначально, пожалуйста, ставьте себе повыше планку. И потому что вы поймете, что чем она выше, тем, надо умножать, тем вам легче будет дальше продвигаться. И свою команду на этом настраивайте. Потому что мы сейчас сталкиваемся с тем, что… Тихо. Да. Мы сталкиваемся с тем, что девчонки, они опасаются вообще на старте говорить о важности этих 100 баллов, да, немножечко стесняются, немножечко им неудобно. Но вот, девчонки, я хочу вам сказать, что та сумма, которая устанавливается сейчас, она очень комфортная, она посильная. Собрать этот заказ просто элементарно.
Есть отдельный вебинар у Марины Соколенко, как делать не только 100 баллов, как делать 300 баллов. Я вам хочу сказать, что это очень комфортно. Все зависит от того, какую вы ставите себе цель изначально. Не надо начинать как бы вот с... Ставьте себе крутые цели, и будут крутые результаты. Вот так. Значит, второй месяц мы с вами посмотрели, в третий месяц вы знакомитесь. Вообще лучше начать, конечно, со всем этим знакомиться сразу, но в третий месяц вы знакомитесь с нашей крутой серией по уходу за домом. И это крутяк. Я вам рассказываю, девочки, мы открыли с Настей, с нашей коллабку, к нам прибежала девочка из Тиандэ и купила у нас средства для по уходу за универсальное моющее средство, потому что по нашей цене и с нашим составом это подарок. Она прибежала, говорит, буду всех приводить, вот оно. Универсальное средство просто шикарное по нашей цене, даже в розницу, вот мы его продаем, люди с удовольствием его. Моющее средство для посуды, супер. У меня свекровь недавно у нас закончилась, я не успела купить, купила какое-то другое. Слушайте, ну разница, я вот честно говорю, разница ощутимая, потому что запах, эффект, оно того стоит. А в третий месяц вы получаете это в подарок. Круто. И еще наша салфеточка, Лена тут ее неистово показывает, она тоже крутая. Мягенькая, приятненькая, зелененькая. Их две. И вот такой подарочек, видите, Лена размахивает. Они клевые, они приятные, они из очень хороших материалов, классные и приятные на ощупь. Девчонки, в третий месяц вы получаете такой подарок. Круто, круто. Поехали дальше. Четвертый месяц, ну, это у нас декоративка. Знакомство с декоративной косметикой очень серьезный шаг. Почему? Потому что декоративка наша очень крутая, она необычная, к ней надо привыкать, но лично я фанат именно декоративки. Это у нас бальзам? Нет, это у нас помада. Но вот тут он не представлен, девчонки, бальзамы наши для губ, сейчас Лена их принесет, они офигенные. У меня есть уже 3 штуки, мне очень нравятся. И вот этот, кто-то пишет, что вкус необычный, они на маслах, они... На органических. Это, вот это вообще бальзам. Вот Ася сейчас должна написать, что он ей очень понравился. Этот бальзамчик, он очень крутой, шикарный. Ася, ты напишешь мне что-нибудь? Сейчас, что там? Для малышей. Да, для... Вот, Ася пишет. Он, ребята, подождите, тут у нас на нет натур... Но он тоже на почти на 100% натуральный. Можно его вместо использовать. Вот, вот знаете, как продаются в аптеках бальзамы для губ? Всякие продают там разные. Аня себе взяла, да. Вот это... у нас тут их там несколько видов, но вот этот самый, на мой взгляд, удачный, розовенький. Очень. И знаете что? Он еще придает определенный даже небольшой цвет губам. То есть если вы берете наш карандашик для губ и пользуетесь бальзамчиком, очень круто. Лена тут еще... тушь. Слушайте, ну с тушами, ребята... Очень много на этот счет, вот Лена показывает и кисточку, она и удлиняет, и решает вопрос с объемом. Так, Юлечка, пишите, с витамином, крутой. Да, значит, девчонки, значит, тушь. Надо понимать, с каким продуктом вы работаете. Есть огромное количество отдельных, вот мы сейчас пройдемся по всем, есть отдельное количество нормальных вебинаров по каждому из продуктов. И по поводу туши это отдельная история. Как ее использовать, как ее наносить. Что обязательно, пожалуйста, посмотрите, какие в дополнении должны быть средства для ресничек. То есть наша сыворотка для ресниц крутейшая, о которой всегда тоже нужно говорить. Есть, я лично фанат фиолетовой туши. У нас это здесь ее нет, но в общем она есть. По очень тоже крутой. Ну вот для такого качества это очень крутая цена. И ну, не рассказывать об этом людям, это очень странно. Тем более, что вот в четвертом месяце человек имеет возможность с этим познакомиться. Тут у нас и сыворотка, и тушь. Вот, вот это, девочки, если кто-то еще не в курсе, пожалуйста, обратите внимание. Это очень крутая штука для наших ресничек, измученных химозными всякими силиконовыми тушами. У меня у девочек страшные и глазки опухают, и чешутся, и зуд, и все прочее. Вот тушь и сыворотка решают этот вопрос. Реснички удлиненные, с объемом. Мы вот тоже все сейчас накрашены прекрасно.
И по поводу стойкости тоже у меня лично нет никаких вопросов. Опять же, можно закреплять, можно использовать отдельный, в общем, мы скинем потом в чат отдельный вебинар по декоративной косметике. Покажи, пожалуйста, да, нашу. Ну, какая красота, девчонки. Супер. Опять же, еще расскажу про процент натуральности. Нет ни всяких ни силиконов, ни опасных для глазок ингредиентов, поэтому пользуйтесь с удовольствием. Четвертый месяц, пятый месяц, девочки, это наша прекрасная серия Перфекцион. Я вам хочу сказать, что эта серия действительно достойна аптечных сетей, потому что она очень крутая. Она у нас натуральная. Сейчас мы... Вот это 98% это BB-крем, мой любимый. Я его обожаю. Он не дает никакого оттенка, но он очень круто подстраивается под цвет вашей кожи. Да, ребята, делает вашу кожу приятной, блестящей и красивой. Сертификаты, которые подтверждают качество, это французские сертификаты ЭКОСЕРТ. Хочу одно слово еще сказать. Вот у меня сейчас девочка, я не знаю, есть она или нет, Даша моя. У нее муж работает в службе сертификации в российской. Так вот, блин, нельзя называть компанию. Короче, компания О. Там тоже есть экосертовские сертификаты. Они об этом говорят. Но российский экосерт и французский, и европейский – это совершенно две разных истории. Поэтому, пожалуйста, грамотно разъясняйте, что такое европейская сертификация. Для того, чтобы получить такой сертификат, должно быть огромное количество пунктов согласовано. И вот наша серия Perfection, она сертифицирована именно европейскими стандартами качества. Это очень важно. Об этом нужно говорить. И если кто-то будет говорить, что у нас тоже вот такие сертификаты, пожалуйста, аргументируйте грамотно, потому что это очень важно. И сами знаете, что Perfection наш чудесный, он, конечно, крутой. Так вот, пятый месяц мы с вами знакомимся с BB-кремом, и мы знакомимся вообще, это у нас гель, очищающий гель, но я хочу сказать про из Perfection отдельно о нашем маске, ну, это можно называть маской, это такой тоже гель очищающий, эксфолиант называется. Я влюбилась, честно говоря, один-два раза в неделю вы его, сейчас Лена принесет. Это такой, девочки, кто пробовал, напишите, кто у нас тут, если есть новички, они восхитятся, потому что это очень крутое, действительно, средство, которое решает вопрос. Он снимает какие-то ороговевшие частички. Он такой, там такие частички, как скраб он действует. Вы нам 5-7 минут его наносите, и через, да, вот Лена показывает, я не знаю, видно или нет, но там такие гранулки, которые очень круто работают. И кожа такая мягенькая становится, приятная. Мягкий пилинг, да. Вот Наташа подсказывает, и он очень действительно приятный и очень вкусно пахнет. Ну, наша вообще вся продукция очень такой запах имеет крутой. Поэтому вот об этом тоже, когда спрашивают, с чего начать знакомство, пожалуйста, не забывайте про наш волшебный экспонат. На шестой месяц мы знакомимся с парфюмами. О парфюме мы одном уже вам рассказали. В принципе, вы можете в условиях данных акций познакомиться со старта. Вся наша парфюмерия нишевая. Пожалуйста, когда вы рассказываете кому-то, что такое нишевая парфюмерия, подготовьтесь немножечко и почитайте, что такое нишевый парфюм. Потому что сказать, что она нишевая, недостаточно. Нужно понимать, о чем речь. И вот как раз наши парфюмы уже можно с уверенностью позиционировать как нишевые, уникальные парфюмы, которые раскрываются на каждой женщине уникально, имеют в своих нотках эти всего одну-две нотки, но очень необычные, специфически раскрывающиеся. И он действительно, вот что касается, вот для примера, вот наша Сася Эколапка, да, в которой сейчас мы продвигаемся, так люди по-разному реагируют. Кто-то сюда, вот в чем специфика нишевой парфюмерии? Она действительно очень для каждого человека по-разному воспринимается и по-разному на теле ощущается. И вот Лена мне говорит, что завтра будет вебинар по парфюмам. Пожалуйста, девочки, обязательно его нужно посетить, потому что то качество, которое сейчас компания, на которое она выходит, позиционирует себя именно в парфюмерии,
Это очень высокий уровень стандарта, вы должны ему соответствовать и выбирать для себя натуральную парфюмерию. Эспирида – это вообще отдельный разговор, но вот новый наш парфюм, он реально тоже очень крутой, фрагрант наш прекрасный, с чудесным промо, с очень дорогим качественным промо. Все это сделано для нашего удобства, чтобы мы с удовольствием рассказывали людям о том, что есть вот такие крутые парфюмы у нас. Поэтому в шестой месяц мы с вами получаем парфюм, выбираем его. У меня была водичка Иуда Биаси, она тоже очень приятная, легенькая, вот она голубенькая здесь. Мужские паддок, это вообще супер. Поэтому и для себя, и для своего мужа прекрасного, пожалуйста, выбирайте любой парфюм и знакомьтесь, и пользуйтесь натуральным. Итак, девочки, по дебюту мы с вами закончили. Теперь, значит, есть такая, еще раз повторюсь, 6 месяцев вы ведете своего новичка от месяца к месяцу, он получает эти подарки. Он должен о них знать, они должны мотивировать человека. И, в принципе, это такой вот, для вас это такая гарантия, что человек в течение 6 месяцев с вами останется. Он будет рядышком, он будет замотивирован возможностью получить свои желанные подарочки. А мы, девочки, подарочки очень любим, тем более такие крутые. Поэтому, пожалуйста, напоминайте, отслеживайте по возможности, где чему, где кого чему не хватает, для того, чтобы никто, не дай бог, опять же, вот в течение месяца, делая этот заказ, не пропустил там 2-3 балла, как было у меня у девочки, и она осталась без своего подарка. И мало того, что она вылетает из акции, обидно. Поэтому, ну, терять вот, слушайте, как бы вот вам показать, чем заставлен наш стол. Я вам хочу показать количество продукции, как подарочной, посмотрите, просто нереальное количество. И не пользоваться этим, ну это странно, по крайней мере, и декоративка. Таким образом, вы решаете две задачи, важные для вас, как для спонсора. Во-первых, человек с вами остается, он замотивирован двигаться дальше, рассказывать об этом своим людям, новичкам, мотивировать их. Это первый момент. И второй момент, он знакомится со всей практически линейкой продукции. То есть он, если по каким-то причинам он там одно и то же заказывает, да, ему там нужно что-то, там, та же детская серия мужская, и упускает из внимания что-то другое, совершенно бесплатно он может познакомиться еще и с парфюмерией, с средствами по уходу за домом и со всеми другими важными моментами. Почему это важно, опять же, девочки? Потому что если мы не будем знать, с чем мы работаем и как это действует, ну о каком можно говорить вообще дальше продвижение? Потому что так или иначе мы продуктовая компания, и мы компания продуктовая такого продукта, о котором ну не рассказывать странно. Поэтому рассказывайте обязательно. И тут я пропустила вопросы. Девочки, сейчас я вернусь немножко. Вы спрашиваете меня про сыворотку. Сейчас, Лена. Под тушь. Так, серый фон. Значит, смотрите, вы накладываете ее под тушь. Это, во-первых, она и на ночь вы можете... Да, то есть это такая, знаете, как лечебная такая история. Реснички вы свои лечите, они восстанавливаются, они растут, они укрепляются, препятствуют выпадению ваших ресничек прекрасных. То есть вы можете просто как ее использовать, как лечебную там накладывать на ночь, или можете под тушь, когда делаете макияж. Как сделать так, чтобы тушь не текла? Девочки, это отдельный разговор, есть на эту тему отдельный вебинар, вы можете использовать закрепляющие средства. По использованию туши это зависит от того, какая у вас кожа, насколько склонна к жирности и так далее. Поэтому вот по вопросам конкретным, тут у нас еще просто очень много информации по этим акциям. Пожалуйста, в чат мы скинем отдельный вебинар по декоративке, по макияжу, по дневному, по цветотипу и так далее. Обязательно ознакомьтесь. Как выравнивает тон. Значит, да, смотрите, особенность BB-крема в том заключается, что он проявляет естественный природный цвет вашего лица. И создается ощущение, вот у меня все время удивляется, что я не пользуюсь тональным кремом вообще. Но цвет лица, он естественный, приятный, и как раз вот это все помогает сделать BB-шка. И он, опять же, он очень экономный, ему нужно совсем немножко, не надо накладывать огромный слой крема, как мы привыкли, потому что он там за 2 минуты впитался, вся химоза впиталась. Здесь другое немножечко действие, не забывайте об этом, его нужно чуть-чуть. И накладывайте его, в том числе, можно и под тональный крем, но я не использую, я просто под пудру. Ваш цвет, вы через какое-то время, там 10-15 минут, вы увидите свой настоящий, естественный, прекрасный цвет лица. И не надо будет, может, со временем и тональный крем не надо будет использовать. Мягкий пилинг на... А, это вот...
Фрагрант чудесный, девочки, да. Ароматы компании нас порадуют, я уверена, потому что работа ведется крутая, на это делается ставка, готовятся новые новиночки, поэтому все будет. И для всех новичков это будет тоже очень крутой подарок. Что такое признание спонсора? Это когда вы, ребята, приводите таким образом, как мы вам сегодня рассказали, мотивируете, приводите трех новичков, которые делают заказ на 100 баллов. И вы получаете, опять же, нашу водичку, вот эту, в подарок. Компания вас благодарит, что вы такой прекрасный мотивирующий спонсор, к вам приходят новички, не просто регистрируются. Нет, вы будете там... Всегда, смотрите, ребята, пока это вот так, пока это вот эта водичка. Но компания всегда оставляет за собой право поменять условия акции, поменять тот или иной состав. Поэтому пока это вот так, а дальше, ну я вас уверяю, что даже если сменится водичка, будет другая, она будет не менее крутая. И еще раз хочу подчеркнуть, что любая акция, любой продукт, все это сделано не просто так. Есть команда людей, которые над каждой акцией работают, и если это сделано вот так, значит нужно применять, использовать и доверять профессионалам. Поэтому вне зависимости от того, какой это будет подарок, вы останетесь довольны в любом случае. Еще раз, приводите трех новичков, и ого, Ася наша получила 7 парфюмов. Ребята, вы представляете, какой спонсор? И она может их на минуточку, она может их все продать, может подарить, может сэкономить на подарках. Ребята, впереди Новый год. Вы примерно считали, какое количество денег вы тратите на подарки? Это огромная сумма. Ася может дарить всем своим знакомым крутой органический парфюм, французский, нишевый, и просто быть королевой вечеринок всех, ребята. Так, со спонсором понятно. Следующая крутая акция, которая заканчивается у нас, когда парфюмчики вот уже... Да, 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 Леночка, совершенно верно. Мало того, что мы зарабатываем, мало того, что мы развиваемся, мы еще получаем возможность радовать своих близких. Клуб постоянного роста – это акция, которая... Ася пишет, что она мне подарит. Ася, пожалуйста, подари мне Эспирида, я очень хочу. Мне очень хочется на Новый год такой подарок. О, Лена принесла наши прекрасные подарки. Смотрите, Лена уже у нас, конечно, уже серьезный человек, она уже тут масленицу у нас получила. Масленочку. Она клевая. Покажи поближе. Она очень интересная. Вот на фотографиях не так видно, девчонки, на фотографиях очень странно. А тут она очень приятная такая. Во-первых, она такого интересного цвета. И тут она какая-то малиновая на фотографиях. А здесь она красного, приятного, такого благородного цвета. Значит, кто не знает, девчонки, после того, как вы закончили свои 6 месяцев, получили все прекрасные подарки, вы каждые 3 месяца, делая ЛТО 100 баллов, вы получаете, вначале это у нас идет салатничек, ложечка. Ложечка, где ложечка? А, ложечка у нас на счастье. Значит, потом мы получаем с вами баночку для сыпучих продуктов. Потом у нас, ну сейчас его Лена, не знаю, найдет или не найдет, но не суть важно. Каждые 3 месяца компания дарит вам подарочки прекрасные, которые вы можете собирать, выбирать свой памятный такой сервизик. Здесь у нас и чайничек. Слушайте, я хочу вам сказать, что я еще ничего не получила, но я уже хочу. Потому что они на самом деле по-другому выглядят, чем на картинке. Очень приятные штуки. И получить такой подарок, и собрать его... Ну, круто. Компания знает, что надо нам, девчонкам, и предлагает вот такую историю, что будете собираться своей командой, пить чаек, только ложку не разбивайте, как Лена. Итак, девочки, о, это моя акция была крутая. Я не знала о ней, но когда я через 3 месяца, делая заказ личный, у меня был 300 баллов, так получалось случайно, я вот честно говорю, вот опять же, я очень многое из того, что я вам сейчас рассказываю, знала, но не применяла. Тут вот, что касается мастера продаж, я получила 2000 рублей через 3 месяца. Это был очень крутой для меня подарок, потому что, во-первых, это было неожиданно, а во-вторых, это было легко. То есть я практически никаких усилий не прилагала. 300 баллов в месяц – это очень даже легко. 100 баллов я вообще даже не говорю, то есть, ну, это элементарно. Если вы... все грамотно выстраиваете,
то это прям легко. 300 баллов не менее легко, но компания вам возвращает. Вот смотрите, такой кэшбэк, возврат. 2000 рублей вам возвращают через 3 месяца. Если вы делаете 3 месяца подряд по 500 баллов, вам возвращают 3500 рублей. Если вы делаете по 800 баллов, вам возвращают 6000 рублей. Обязательно нужно об этом рассказывать тем людям, которые заинтересованы в продажах. Потому что продавать нашу продукцию легко, с удовольствием это можно делать. Когда вы рассказываете о том, что вы можете получить такой возврат денежный, я подчеркиваю, не в продукте. Сейчас, Наденька, сейчас отвечу. О, денежки, девочки, денежки. Кто любит денежки? Ну-ка напишите. Хочу увидеть ваши. Я люблю. Ой, какие прекрасные денежки. Чудесные. Красивые. Все любят деньги. Слушайте, Лена даже, смотри, даже не перешла с клавиатуры, так спешила написать, что я, что даже по-английски написала. И это очень круто. Денежки нужно любить. К денежкам нужно относиться трепетно. Сейчас не понимаю вопрос. С подарочного чего? С подарочного счета? С подарочного счета вы можете только оплатить свою покупку. Купить. Вот, например, мне очень круто, потому что каждый месяц какие-то дни рождения, какие-то подарки. И вы можете с подарочного счета купить человеку подарок с нашими чудесными пакетиками и прям решить вопрос. Потому что я вот, например, мамочке своей сделала такой подарок на день рождения, очень крутой. До сих пор меня благодарит, и теперь она тоже постоянно клиент, ждет своих там салатниц, ждет свои там всякие эти супницы. Девочки, денежки вам возвращают. И пишет мне девочка, Надя тут спрашивала, как сделать 300 баллов. Вы продаете? Или это отдельный разговор, вот я вам скину тоже Маришин вебинар, как сделать 300 баллов. Это очень просто. Общаетесь, рассказываете, оформляете скидки или не оформляете, или в розницу. 2000 рублей вам идут на подарочный счет. На подарочные пакетики очень круто. Да, да, Лиза правильно пишет. На подарочный счет вам идут. Пакет у нас, к сожалению, нет, но они очень крутые, особенно голубенькие мне нравятся. Смотрятся очень стильно, смотрятся очень дорого. Поэтому с удовольствием можно дарить. Совершенно с чистой совестью, что вы сделали человеку крутой подарок. Вот я забрала свои 2000, сейчас еще планирую забрать, поэтому вот очень круто, что возвращается именно денежкой. Поехали дальше, девчонки. Что у нас с мастером продаж? Мы с вами разобрались. Звездный спонсор. Ребята, когда вы уже новичка провели вот по первым каким-то всем шагам, вы его мотивируете на то, чтобы активно рекрутировать, привлекать людей. И вот компания сделала для нас такую, да, вот Юля пишет, что с подарочного, да, вы с подарочного можете взять продукт или подарить, или продать, или на реализацию поставить куда-то сейчас, это тоже очень как бы работающая схема. По поводу звездного спонсора. Вы приглашаете людей, они делают свои 100 баллов, и компания вам за каждого новичка платит, первые два человека идет от двух человек 200 рублей на подарочный счет, три человека 300 и по нарастающей. Поэтому в ваших интересах, чтобы в вашей команде, конечно, это сделано для того, чтобы росло количество новичков, людей, которые с продуктом знакомятся, и вот вам такой приятный бонус все время. Вы можете это дело все собирать, смотреть, как растет ваше. Как растут ваши циферки в вашем личном кабинете, потому что от того, насколько вы это делаете прям грамотно, красиво и с удовольствием, зависит то шелестение, которое вам тут Лена интенсивно показывала. Вот они, да, они никуда не делись, они рядышком. Так, девочки, я вам показала огромное количество подарков, огромное количество кэшбэков, возвратов и выгод. Пожалуйста, не будьте как я на старте, используйте, не забывайте. И знаете как, все время остается в фоновом режиме мысль, что вы как будто человека что-то там вынуждаете, там или еще что-то. Пожалуйста, у вас очень крутая миссия, продукт органический, он безопасный, вы беспокоитесь о своем здоровье, о здоровье своей планеты. Пожалуйста, делайте это с удовольствием и с достоинством.
Потому что мы с вами делаем очень большое серьезное дело. Делаем это вместе, делаем для себя и для здоровья своих близких и своего окружения. Поэтому нужно обязательно отслеживать все акции. Вот про брошюрку я сказала, пожалуйста, если она у вас еще не на руках, сделайте так, чтобы она была у вас под рукой. В личном кабинете вкладочка акций обязательно тоже должна вами отслеживаться. И еще на почту все время приходят письма от компании с новинками, с вебинарами. Пожалуйста, берите ответственность на себя и возьмите себя за правило каждый день заходить на почту и смотреть, какой вебинар нужно посмотреть, на какое событие нужно прийти, чтобы быть в курсе, чтобы не говорить, что вот мне спонсор там не сказал что-то посмотреть или еще что-то. Вы должны быть в курсе всего для того, чтобы быть первым и для того, чтобы продвигаться вперед. Я вот, размахивая этими штуками, стала разговаривать. Девочки, какие-то есть еще у вас вопросы? У нас почти мы с вами даже в час уложились. Несмотря на то, что было очень много информации. Кто что, у кого еще, у кого, скажи, давайте так, осталось у нас до конца месяца не так-то много времени. Лена, ну, конечно же, тебе все понятно. Кому непонятно? До конца месяца осталось не так много времени, и для того, чтобы все это дело не упустить, пожалуйста, еще раз. Парфюм, комплимент, первый месяц, то есть в следующем месяце вы уже получите на подарочный счет, и все, что я перечислила, идет. Этого достаточно. Кристюш, я тебе, смотри, можно потом будет пересмотреть, да, то есть все зарегистрированные тобой люди, да, кроме твоей зарплаты, кроме того, кроме всех моментов, которые я перечислила, это уже, если все правильно сделать, это очень крутая сумма. Впереди Новый год. И вот даже мы с вами первый раз, мы там будут у нас скрабы, у нас будут крема, у нас будет парфюм, у нас будет комплиментик. Пожалуйста, пользуйтесь и каждый месяц отслеживайте это. Да, смотрите, это наша цель какая? Все это немножечко вот все время теряется из фокуса внимания. Будет возможность все это дело пересмотреть, систематизировать. И, пожалуйста, всю свою команду, всех своих новичков ориентируйте на это, на крутой результат. Не на 100 баллов, на 300 баллов, 500 баллов. Наша цель – получать от компании возврат как можно больше, потому что, ну, иначе для чего мы тут все с вами собрались? Для того, чтобы двигаться дальше. Так, девчонки, что еще? Все пишут спасибо, было здорово. Нам тоже все. Слушайте, я сама, если честно, вот смотрю на это все богатство, и я, честно говоря, в шоке. Даже в две руки не помещаются девочки. Крутяк. Я когда во второй месяц унесла пакет с подарками, я была в шоке. У меня даже есть эта фотография, где стоит на столе огромное количество подарков. Ну, в нужное время, в нужном месте оказаться очень важно. Девочки, спасибо, что пришли. Нас было почти 50 человек. Поэтому, пожалуйста, доносите до всех. До встречи в чатах. Наконец. Посмотришь, Анечка, будет в записи. Мы с вами прощаемся. Лена, Маша, до свидания. Я говорю спасибо, что пришли. Закрываем год в крутом статусе, ребята. И с крутыми результатами. Всем пока. Счастливо.